Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, здравствуй, Тиша. Привет, Даша. Привет, ребята. Что-то Тиша невеселый. Тиша, что-то случилось? Да, случилось. Представляешь, я гулял сегодня на детской площадке, а там был еще один львенок. И что? А то, что он со всеми не играл. Он не мог так же быстро бегать, как и мы, прыгать, как и мы. А почему? Потому что он ходил на костылях. Почему он такой? Почему он не может, как и я, бегать, прыгать и кувыркаться? А? Тиша, этот львенок инвалид. У него ограничены возможности. Я не знаю, как это. Тиша, на свете есть такие животные, например, как ты, или такие люди, как я, с ограниченными теми или иными возможностями. Это как? Например, ребята, на свете есть люди, которые не слышат. Ой, совсем не слышат? А как же они разговаривают? А они, Тиша, разговаривают между собой с помощью жестов. Это такой язык. Вот, смотри. Ой, вот это да. Машут руками и понимают друг друга. Тиша, не машут, а говорят. Ой. Они говорят на языке жестов. И если ты выучишь такой язык, то ты тоже будешь понимать этих людей. Интересно. Язык жестов. А есть, Тиша, люди, которые не видят. Их можно чаще всего встретить в темных черных очках или с тростью. А я видел таких людей, да? На улице. Ну, да. То только такой человек с ограниченными возможностями. Был с тростью и собачкой. Да-да-да, верно. Есть собаки-поводыри. Поводыри. Какие новые слова. Тиша, собаки-поводыри – специально обученные собаки, чтобы помогать слепым людям на улице в их передвижении. Вот это да! Они, ребята, являются незаменимыми спутниками слепому человеку, чтобы он избегал опасностей на дороге. Вот это да! Какие нужные эти собаки! Поводыри! Да, Тиша. А есть, например, люди-инвалиды, которые не могут двигаться или боятся шума. Ой, и все они называются люди с ограниченными возможностями? Да, Тиша. И все они отличаются от нас только внешне, а внутренне они такие же, как мы. Такие же добрые и сильные? Да-да, смелые, отзывчивые, любящие и верные. Ой, а как же познакомиться, как играть и разговаривать с такими людьми? Ведь им тоже нужны друзья. Конечно, Тиша, нужны. Ограниченные возможности – это не значит, что один человек хуже другого. Это просто значит, что с инвалидностью человек живет немножко не так, как мы. Ой. И, конечно, они тоже хотят дружить, и относиться к ним нужно, как к здоровым людям, к равным. А если такого человека обижают, то его нужно защищать. Обязательно заступиться. И вы, ребята, если увидите, что проявляют грубость к человеку с ограниченными возможностями, то обязательно нужно заступиться. Ой. И защитить его. Вот я завтра обязательно подружусь с этим львенком, который живет в моем дворе. И мы не будем бегать, мы будем играть в те игры, в которые он сможет играть. Какой ты молодец, Тиша. Спасибо, что подсказала мне, как надо себя вести, Даша. Давай смотреть мультфильм. Давайте, ребята, все вместе смотреть мультфильм. Баю-баюшки, ребята. Баю-баюшки, мальчики и девочки. У
почему взрослым можно на это кино, а нам нельзя? Мама говорит, это кино не для детей, оно страшное. Глупости! Слушай, а у меня идея. Давай создадим эликсир взрослости. Нас тогда в кино пропустят. Надо попробовать. Вот это да! Привет! А что это у вас? Эликсир взрослости. Ух ты! Мальчики, обедать! Мама зовет! Пошли со мной! Нет, спасибо! Я только что поел. Сапсанчик! Ну, Сапсанчик, увижу, скажу все, что о нем думаю. Привет, малыши! Каким большим он вырос! На его месте должны были быть мы. А вдруг он что-то испортит, а свалит на нас? Скажет, что это мы его таким сделали. Плохо дело. Придумал! Надо создать антиэликсир и обрызгать им Сапсанчика. Тогда он снова станет маленьким. Вижу цель. Раз труп к бою. Есть к бою. Приходите к нам еще. Вы зачем хулиганите? А мы это, витрину помыли. Вообще-то, до вас она была чище. Неудобно получилось. Угу. Грязь размазали. Вот он! Фу-фу! И как это понимать? Извините. Безобразие! Так дело не пойдет. Нас скоро накажут самих по себе, а не из-за Сапсанчика. А что делать? Надо же его как-то уменьшить. Может, устроим засаду у его дома? Гоша, ты гений. Это что еще за глупые шутки? Не работает ваш эликсир. Я 3 часа у кинотеатра простоял, чтобы в кино пустили. Только время зря потерял. Как не работает? А кого же мы тогда антивзрослином облили? Не торопитесь взрослеть, мальчики. Всему свое время. Вот я бы сейчас мяч гонял, кино смотрел, а некогда. Работать надо. Ой, мне пора, обед заканчивается. Как странно. Детям кино смотреть нельзя, а взрослым некогда. Кто же его смотрит? Спи, дитя, спокойным сном. Целый мир уснул кругом.